Роковое танго. Фэндом, манго, Людвиг, как умеет. Как умеет, так и Людвиг. Вильгельм, куда ты подевался? Черт бы тебя побрал! Моя подруга дорогая.
блатные и я выступали вместе. А Ленки уже знали новостройки. В последнем номере мы делали 20 акробатических трюков подряд. Раз, два, три, четыре, пять, сальто, шпагаты, три биты, кувырки. Один с другим трюки. Как-то вечером, после выступления, мы сидели в номере отеля Цицера. Мы втроем выпивали, веселились. И у нас кончился лет. Я пошла раздобыть еще. Я вернулась, открыла дверь. И увидела, что они исполняют 17-й трюк. Шпагат рвала. Боже, для меня это было как шок. Я полностью отключилась и ничего не помню. И только позже, когда я смывала кровь со своих рук, до меня дошло, что рядом трупы. Я любила Людвига так, что у меня замирало сердце. Истинный человек искусства, чувственный, художник. Но он все время пытался себя найти. Каждый вечер он уходил в поисках себя и попутно находил Греты, Элизабет, Марин и Микельна. Мы расстались из-за художественных разногласий. Он видел для себя жизнь, а я видела его смерть. Разногласия, шесть, слышь.